Глубоко под горами лежит твердыня, овеянная недоброй славой. И война пробудила древнее зло. Теперь у гоблинов появился предводитель. Если уничтожить его, гоблины разбегутся в страхе, и власть Саурона ослабеет. Идите без меня. Я пройду вперед и вернусь с подмогой. Смерть не страшна. Приветствую вас, ребята, на канале Rogue Game Online. С вами Рости. Мы продолжаем играть во Властелина колец. Вторую часть. Битва за Средиземье. Это третья миссия за компанию добра. Идем тихо. В прошлой миссии мы нахлобучили гоблинов. Так, к нам добавились лучники. Это было легко. Так, в этой миссии нам нужно победить главного гоблина. Ну, помогите ж. Эльфы, будьте готовы. Идем тихо. Видите, цель. Не отступайте. Рубите. Обратимся в ряду. Смерти. Не отставать. Обходите. Захватите. Да, разберитесь уже с этими пауками. Ладно, целенаправленно, вот так. Будьте готовы. Эльфы, к бою! Я покажу дорогу. Тише. Враг близко. Сюда. Сейм Ладрис. На нас напали. Все за мной. Поторопитесь. Доберитесь до эльфийских поселений, пока еще не поздно. Это, как я понимаю, эльфийское поселение. Вперед, не отступать! Я привел подкрепление. Теперь врагу не избежать. Это у нас кто? Отряд лучников Чернолесья. Не останавливаться! К северу отсюда живут энты. Они помогут нам разрушить эти стены. Так, очистите от молвища, от скверны, и пусть энты отомстят гоблинам. Окей, пусть отомстят, я не против. Пусть служит свету. Возведите крепость и очистите эти земли от прислужников тьмы. Мы освоим эту землю. Конечно, освоим. Конечно же, освоим. Постройка в наших руках. Прикажете? Уже иду. Рабство страшнее смерти. Так, собираем все наши войска в единый порыв. У нас новая крепость во имя света. Слотная тварь. Аура Эльдулова. Сразу начали нападать. Вы смотрите, что происходит. За мной.
Не успел даже полностью. Так, эльфийские казармы. Эти мерзкие твари расселились по всем горам и угрожают Ривенделлу. Мы конюшни. Зло прокралось сюда. Что это за барабан? Этот барабан призывает горных великанов. Ага, понятно. Вражеский лагерь. Сюда. Идем. Я знаю путь. Перед смертью постучал в барабан, но ему это не сильно помогло. Пора за работу. Мы построили казарму. Люблю свою работу. Эльфы, рушьте стены. Здесь да. Нельзя оставаться. Зоита. Я знаю путь. Со мной. Вперед. Вперед на барабан. Так. Зеркало где-то вот здесь поставить, чтобы лечить можно было. Все, барабан разбили. Зоита. Здесь нельзя оставаться. И тут Зоита. Есть. Оп. И в спину сейчас их ударим. Так. Давай здесь заодно. Улучшим. Улучшим. Вот здесь, наверное, тоже поставим. Ух ты, это прикольно. Здесь башню поставим. Ух, они с этой стороны напали. Не ожидал. Строители, походу, кокнули. Наверное, здесь еще поставим одну башню. Мы не покинем вас. Башни. Ой-ой-ой, там толпа вон заходит. Так, где тут мои казармы? Никого не могу поставить, потому что у меня нету предела населения. Еще башня. Подлечу вас. Так. Тут я все поставил, башенка. Мы улучшили казарм. Плавильню надо. Мы улучшили свою работу. Я поведу бой. Уничтожить эту скверну. Они не пройдут. Так, лучники. Будьте доблестны. Враг обречен. Смерть прислужникам Саурона. Эти полки, кстати, так... Нормально просаживают. Смотрите, они мне прям кольцо меня берут. Что там у нас? Отобьемся? Думаю, отобьемся. Так, тут мы всех расхерячили. Надо энта брать. Кстати. Восстановление, ремонт построек. Ну давайте, я думаю, пригодится в будущем. Я в ответе за мой народ. Злобная тварь. Убейте короля гоблинов, я помню. Сотрем их с лика земли. Энд и древоборот. Возьмем древоборота. Смерть прислужникам Саурона. Проверим, тут нету гоблинов. Нет, вроде нету. Значит, можно возвращаться. Так. Нас слишком много. Я понимаю, но чё? Нельзя, типа, да?
А так хотелось бы, чтобы энты были с нами. Ребят, ну, может, что-нибудь как-то придумаем. Давай еще деревья где-то поставим. Я же хочу выполнить дополнительное задание. Разрушить 8 тоннелей гоблинов. Я, значит, получается, не все тоннели разрушил. Значит, не все разрушил, ребята, надо искать. Шлите искать дальше. Улучшение, ух ты, улучшение крепости. Волшебная наковальня, крепость наковальня, 10% скидки. Совершенствование, нет. Усиление защиты стены крепости, нет. Уменьшение урона нанесенного крепости в ближнем бою, нет. Скировская подключение союзников. Исцеление. Возьму исцеление, наверное. Тут, пока я исследовал крепость, начался бой. Неравный, причем я не могу себя полечить. Пока что. Теперь могу. Так, разбиваем. Ну, это, наверное, король гоблинов обозвался. Так, и че я? Уничтожить эту скверну. Так, ну мне в любом случае надо ломать стены. Но прежде чем ломать стены, надо все-таки поразбить. Оп, вот опять нападают. Откуда они идут? Прячься. Откуда они бегут? О, дурачок этот готов. Так, все, того я спрятал. Улучшение плющ. Я могу почти все, блять, улучшить. Потому что я богат. Сказочный богат. Так, ладно, давайте искать. Тут я, наверное, не разбил. Ну, конечно. Я же думал, где-то я мог пропустить, и так и получилось. Так, где там энд наш? Ну, тут уже. Херячит уже стену. Вот это похеряч. Так, все разбили. Деньги. Денюшки. И сюда надо тоже разбить и денюшки забрать. Ну, кстати, я этого Тома Бомбадила вызову. Пауки напали. Пауки напали, все пробежали, они наших лучников жрут потихоньку, а всем таки там вам все равно. Мы уже бежим вместе с Энтом валять стенки. Так, вызову этого лобца. И че, он один? Мощная атака, отбрасывающая врагов, шагнуть на пиктограмме, затем на цели. Понятно. Рубум пам пам рубум пам пам. Прям телим пом пом, а гном идет купаться. Ух ты. Ну прикольно. Врываемся. Здесь, значит, сделаем себе вот такую штуку-дрюку. Для того, чтобы улучшить наше положение. Вперед, 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 помогайте. Все, короля гоблинов нагнули. Энд, я думаю, тебе про переключаться на ближний бой и лупиться с этим, короче, троллем один на один. Все, хорош. Начинаем все уничтожать. Энд, ну успокойся, Энд. Энд, будь красавчиком, Энд.
Ему осталось добить. Главное этот. Это победа. Память об этой победе будет жить долгие годы. Гоблины держали пленников. Один из освобожденных гномов поведал свою горестную историю. Дракон напал на гномов Синих Гор и разорил их дом. Говорят, что это Саурон прислал его, пообещав чудовищу одно из гномьих колец власти. Как-то так. Спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Оставайтесь на связи. Всем пока и до скорых встреч.